Но пока идут съемки про школу Лол, я передаю привет всем своим подписчикам. Что ты там делаешь? Да я в Лол записываю для своих подписчиков. О, круто, я с тобой. Закончили. Урок уже 3 минуты как идет. Телефон неожиданно на стол. А ты с собакой. Ну блин, мама балует. Я сказала живо. Да ладно тебе, не бойся. Отдаст. Итак, сегодня мы пишем самостоятельную работу. Пишем 2 контрольные и математические диктанты. Открываем тетради. Лайков сможет отменить все контрольные диктанты на весь год. Скорее жми, 3, 2, 1, готово. Чё так много? Вы нас не предупреждали. Блин, чё за подстава? Я не поняла, мало заданий. Так, вот вам бланки самостоятельной работы. У вас есть время до конца урока, чтобы мне тут тихо. И что это с ней сегодня? Я слышала то, что сегодня у мамы Балди день рождения. Не похоже. Короче, Полина из 7 А подарила ей ништячок, и она поставила ей 5. За контрольные? Лучше за четверти. Да ладно, нам нельзя упускать этот шанс. Ну, вот и я о том же. Короче, надо ее поздравить. Девчонки, я с вами. Блин. Уля, ну, извини, конечно, но нет. В смысле нет? Ну, Уль, ну ты постоянно косячишь. Вся школа знает, что ты косячная. Это нет права на ошибку. Это же не контрольное, это день рождения. Классус. Ах так! Я тогда сама ее поздравлю. Блин, Улья, не лучшая идея. Одна тебе и не справится. А кто сказал, что я одна? У меня вообще-то подруги. Да, вот, Лиза, ты же моя лучшая подруга. Я? Да. Хочешь 5 за четверть по математике? Да. Тогда слушай сюда. Да нет, и ты тоже. В общем, сегодня у классухи день рождения, надо подмазаться. Как? Так, надо украсть класс. Нужны деньги. Блин, у меня нет. Денег нет, зато есть идея. Алло, мам. Алло, мамуль. Слушай, ты же знаешь, как я тебя очень-очень сильно люблю. В смысле, денег не даже? Ну, мамочка. Ну, так, я что, не могу просто так? Позвонить. Мам. Мама. Мам. Алло. Трубку бросила. Мне прокатило. Ксюша, как у тебя? А баллон по той же схеме. Короче, у вас есть бабло, а у меня идея. Что за идея? Приходит классуха, а мы ей бах, цветы, букет, а лучше 3 букета. 3 букета. В ней записано. А потом она оборачивается, а там торт же носа. Да нет, пиши, 1 торт. Огромный торт под потолок. И из него вылезает дворник. Дворник? Ну да, я видела, как он на меня смотрит. Влюбился. Ну, короче, Даниэль, записывай. Торт, букет. Потом идешь в ювелирный. Потом зайдешь еще. О. Ты чего? Девчонки, вы, конечно, извините, но я лучше в кино пойду. Черт! А новые Мстители вышли в финал. Эй, а кто цветы купит? Ну, выкупите. А я пошел, пока. Даниэль! Ладно, пошли сами. Пошли. У меня же деньги есть. Алло, ну, пожалуйста, придумай что-нибудь. Да блин, ну нам бы хотя бы шариками, что ли, класс украсить. О, унеси! Пойду.
но тут только две. Я знаю, где у меня значка. Кто придет? Вообще-то это мои деньги были. А это моя идея. Отдай. Отдай. Я его понесу. Да, я уже бегу. Да знаю я, что урок. Я дала им самостоятельно. Что, в первый раз, что ли? Я подарю его, а нас двоих. Ага, а оценку поставить тебе одной? Дай сюда. Отдай. Тогда я же это говорю. Да, ну... Девочки, вы почему не на уроке? Это что такое? Это торт. С днем рождения вас. Валим. В класс. Живо. Обе. Еще и потренируй. Хана. Теперь точно хана. О, что это? С днем рождения? Ой.
Что тут у вас? С днем рождения, мама Балди! Родители вызови. Ой. Потом идешь в ювелирный. За контрольный. Ужин. За четверть. Что хуже? Да потом. Блин, вот я ступила. Мои вещи! Не мое! Подругу бросил, глянь. Ага, я порвала Бэтмена! Зоя Петровна в этой сменке, да? Зоя Петровна! Вот теперь сейчас могу не поймать. Ага. Блин. Ура! Можно его съесть? Можно съел. Ты скажешь, когда готово, я тоже прицелюсь и все. Я тебя прицелюсь и все. Подними лицо, я тебя просто тебя шлепну. Все. Точка, давай. Ты что, маленький, что ли? Подними лицо. Это что такое? Спасибо, блин! Так, давайте. Сценарий. Сними тортик. Валим. Я его съем. Я его понесу. Я его съем. Теперь точно хана. Тебе. В смысле?